Добрый день. Что-то плохо слышно вас. Сейчас будет хорошо слышно. А, в наушнике у вас, ага. Да, помню. Надел, микрофон у меня рядом теперь, а то он был далековато. Понятненько. Так, слушаю. Вот в чем так. У меня сейчас, как говорится, я на пенсии, да, и у меня много времени. Я сам-то из Ташкента, как вам говорил, да, Игнатий? И как бы был мусульманином, и сейчас у меня, как говорится, с детства был зомбированный и рос в состоянии ограничений. И спасло только одно, что у меня мать была славянского разлива. Вот. И получилось так, что сейчас приехавший в Россию, я начал постигать мудрости всего. Пошел, покрестился сперва в РПЦ, скажем так, сегодняшнего дня, которого я что-то сегодняшнего момента очень не согласен много с чем. Потом, когда я покрестился, я начал смотреть, что старые обрядцы были намного правдивее. После этого я, когда познал старообрядцев, их всю глубину, я пошел дальше копаться по времени и так далее. И, прочитав много в интернете, как раз много информации про Велеса, Веды, староверы. Староверы – это уже не старообрядцы. Вот. И потом я дошел историю. Историю прокопал, начиная нашего Николая, который царь был, с большой семьей, их вознесли в небеса, как святые стали. Я потом начал копаться до Петра. Вот. Я пробрался до Петра истории, увидел, как он все изменил, исказил. И Русь начал уничтожать. 5508 лет убрал и оставил те, которые есть. Он принял ересь европейскую, а Европа для меня всегда не нравилось. Иудейская культура и вся европейская культура, они служители сатаны, идут по черной линии, мы сегодня это видим, со стороны медицины, науки, достижения технологий и так далее. Вот. Сегодня есть многие ученые, с которыми многие я связан. Вот. И Петр Петрович Гореев, волновая генетика, который говорит, не надо употреблять ГМО, не надо таблетки, давайте вот через волновую систему лазерную излечивать человека на расстоянии, продлевать жизнь. У ему 73 года и так далее, он отжимается 200 раз, пробегает по 2 часа и так далее. Ему 73 года. Удивительно. Он нашел тайну. В лечении людей, что такое слово? Он познал в религии, что такое слово. Слово был Бог. И он говорит, что слово это вообще. Вот почему воскрешали люди, эти святые, и Иисус Христос тоже из больных излечивал. Это от того, что была сила такая. И он когда пробрался, я начал понимать, что такое слово. И как раз в волновой генетике он это объясняет. Что такое цветовая гамма, мелодия. Мелодии у нас вот гусли были. Вот у нас на сегодняшний день, я сам бывший музыкант, и когда я посмотрел, Игнатий, на нашу музыкальную сферу, звуковую, у нас состоит диезы, бемоли, черные клавиши и так далее, состоит определенная октава, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, грубо говоря. Между ними там черные и так далее. Вот. А когда я начал изучать гусли, оказалось в гусли, вообще звуки необычные. Это ближе к арфе. Даже, да, к арфе ближе. Потому что у арфы близко к этому. Но чуть-чуть по-другому. Ну, гусли были другой чуть-чуть сложение. А богатство русского народа в звуке, в музыке и вообще во всем было большое. Я начал дальше копать. Почему Петр Первый уничтожил 5000, это сколько-то лет убрал и сделал по-европейски. Он уничтожил. И старались Европа, это Европопа, я их так называю, еврейская попа. Название само складывается. Русский язык очень настолько богатый, что они начали понимать, что ну, ненавидели русскую культуру, потому что она была изначально. Старцы земледелие занимались, саженцами измерение было, а не сантиметрами и метрами.
и так далее. Это очень, это как раз по этой тематике я прошел с Алтая, как раз, если вы знаете, в Алтае, он где-то в ваших краях живет, его звали, зовут Володорский. Говор, Володорский, вот этот, Черняев, они все были как-то в одном, этот, запись даже есть, как-то вместе в Алтае они сидели. И вот, и они много открыли таинства русского языка, саженцев, измерения, построения домов и так далее. Лошадь, удобрения необходимы. И вот эта цивилизация европейская, вот, исказила окончательно человечество, унесло худшее русло, получается. И мне это, я дальше начал копать. Я понял, что русский народ был намного мудрее всех здесь, находящихся, на земле. Можно там взять, конечно, были таких, с которыми близкие были отношения с финнами, Индия, Китай. И вот, и когда этой историей я прокопался, когда я смотрю на герб один, как раз я крестился у Георгия Победоносцева, там есть такое, что он побеждает дракона, икона. И вот эта икона и в гербе у нас есть она. Я начал копаться, откуда это взято, прошелся по истории, а оказалось, что русские, Русь, а не Россия, Россия это потом придумали, всякие эти ересью кто занимался. Хотели все искажать, и старались то, что мы находили книгу Велеса и многие другие руны золотые, которые письменности в Болгарии или Румынии, где-то там, в тех краях. И, в общем, их начали это. Вот. И потом я увидел, что русские, оказывается, победили этих драконов. Это древности было. Вот, а потом летоисчисление, когда я начал копаться, вдруг Александр Хиневич, веды, он ведет, да, и Левашов, и еще там многие люди есть, которые идут по правильным путям, я считаю. Пока они меня начинают убеждать в том, что потихонечку я начинаю понимать. Оказывается, в Тюмени такая масштабная камень стоит, где-то вдоль дороги, то ли где-то там. Но его уничтожили, говорят, сейчас уже настоящие. Но запись осталась, документальные записи в интернете. Случайно я выпал и себе, как говорится, перезаписал. А она такая большая, и там было написано годы. Там 5500, потом тире, и тысячи там какой-то был. И когда я их приплюсовал, и сегодняшним днем получил 7523 год. Получается, а если от Рождества, то получается, грубо говоря, 2000, ну и так далее, 2023 год. Вот. И получилось так, что украл Петр, получается, уничтожил Россию, и старались многие уничтожать культуры, находки, даже которые сейчас находят такие экземпляры в Аркаиме, многие. Есть такой, сейчас забыл этого ученого, как раз археолог он, по археологии и русского языка, и много их очень. И он потом после этого все бросил, когда он это нашел находку, увидел, что Русь вот так, и он опубликовал свой доклад, точнее книгу этот выпустил, и после этого он ушел. Когда ему задали вопрос, а что вы не продолжили своей жизни, профессии? Он говорит, а зачем? Говорит, я познал, говорит, истину, что Русь была. Вот так вот моя книга, прочитайте, поймете. И я, говорит, ничего не хочу больше знать. Я сейчас с грибами, с природой и живу с гармонией, с Богом. А Бог, вот теперь я начал понимать Бог, что такое. А я раньше не понимал, что такое Троица. Ну почему-то потом это какая-то история, узнал глубину. А как раз в Индии веды тоже есть. И они занимаются как цветовая гамма. Синий цвет, желтый цвет, красный цвет. Это три разделяющие начальные стадии. Это кто изучал цветовую гамму, он начинается изначально разделение. Не может другие цвета. Только когда совмещаешь синий желтым, получается там это с этим, и получается зеленый, красный, и все, она потом обогащается, и эта гамма может раздвинуться, ну, до неимоверных диапазонов, радуги и так далее. Вот. И когда это прошелся, потом я пришел обратно, назад вернулся немножечко, и пришел я
к Библии. Ветхого Завета – Тора. Если Тора, она, Библия все-таки и этот, история от Иисуса Христа, которая идет все-таки к Библии, а Библия идет к Торе, и получается, почему в Торе у православных, как, ну они не православные, это христианская вера, православные это мы правоверные были, правоверные. После этого исказили это в одно время и сделали это православие, славить. Уже не правоверные, а православие. Ну, извините, это другая история. И потом я понял, ага, а почему тогда есть такие имена? Яхве у них, как служители сатанинские, своему Богу, который Ветхий Завет, когда я прочитал, но я 4 раза его прочитал, может быть, еще что-то не понял, постараюсь еще почитать. Почему-то он весь какой-то злой да в гневе. И только у него убей да уничтожь и сделай так, как я хочу. Хочу убью, хочу делаю. Ну, в общем, играть в шахматные партии свою над людьми. Ладно, это ладно. И после этого зарождается от него этот сын любимый, это Иисус Христос. И он приносит себя в жертву ради спасения этого проклятого народа, который до сих пор не признают ни в какую эти быдлы, я их называю, так и не признают они. И все равно они свое. Получается что-то не то. Если Яхве и Саваоф, чем они отличаются? Это что, 2 брата, что ли? Потом, как это исказилось, в какое время, я пока не нашел, но поищу еще. Вот, вот если поможете мне вот это потом рассказать, вот этот эпизод, чем различается у них. Ну ладно, Иисус родился. Но если Иисус родился такой святой и добрый, я насколько ему прям верил и чудеса, но он же говорит, я сын Божий. От Ветхого Завета это Яхве. Тогда получается, если тот сатана, то а это как может быть ангелом? И где это там Деница получается? Сатана Деница, бывший это архангел, который противостоял. А потом я начал дальше копаться. И потом я понял, почему у нас расположение планет идет. Когда Солнце сияет, у нас есть такое правое полушарие. Левое полушарие. Значит, Солнце, когда попадает на Землю, одна половина освещается, другая половина во тьме и вращается. Луна, это начали копаться, когда о Луне говорить. Говорят, что Луна это все-таки какая-то, и там черти летают эти, инопланетяне. Я их чертями называю. Просто они разновидности, их много, чертей этих. И вот они летают. И получается, я начинаю понимать, что православие, все слово это право пошло откуда-то. Из правой полушария освещенного солнца правильности. Правильности это значит правой руки. И мы деление у нас идет, как известно, род один, который говорит всякой глупости, и хорошей, и плохой. Ноздри имеют 2 отверстия. И структуру лица, уши, глаз и так далее. А почему у нас нос не с одной дыркой, глаза не одна, как циклопа, одноглазый, например. А вот у нас деление. Я начал изучать суджо, акупунктуру. У меня мама медиком была, ушла недавно, в сентябре 2014 года. И суджо. Вот у нас 5 пальцев. Это вот, как известно, у инопланетян, эти чертовщин, у них вот такие, вот так вот идет. 3 пальца и большой стороне. Вот эти уроды, я их называю. Дистрофичные. Они даже записи есть. Давно уже в контакте они с нашим правительством. И наше правительство, я боюсь, что они попали на удочку. Какую? Что? Это мы, это наш Бог был. Это мы боги. Мы Иисуса Христа создали, и Он пришел вас спасать. И это мы, типа, и у нас технологии, процессоры, компьютеры. Буквально за какие-то 10-15 лет у нас технологии, вот как мы с вами сейчас разговариваем, это с помощью этого. Но на сегодняшний день можно, правда, сказать, что этого процессора он отстает, который говорил Петр Петрович Гореев. У нас сейчас можно воссоздать такой современный компьютерный процессор, что будет почти как логический человеческий мозг. Это значит настолько тщательно, быстро работать, это уже не в нолике и единичке деления процессора будет, а уже в гамме, гамма. Диапазона лазерного системы. Это долгий разговор на эту тему.
на, как говорится, по нанотехнологии, грубо говоря, пока это уберем. И потом я посмотрел, ага, и так они не приняли этого Господа и наш Иисус Христа, и все. И получается тогда как? Вот тут у меня заблуждение. Я не понимаю, тогда получается Иисус Христос что, от Яхвы родился, от любимого, а Яхва, а где Саваоф разделение? Если Саваоф это было не изначальное имя, вот это вот, я не знаю, что вы мне можете сказать, Игнатий, брат, пожалуйста, помогите мне понять это. Алим, мы говорили 15 минут, попрошу хотя бы 10 минут меня не перебивать. Хорошо. Я в первую очередь, мне очень хочется с вами вместе помолиться, если вы согласны. Потом, пока я скажу, потом помолиться надо. Как над вами сатана издевается, и как он вас загрузил, этого осла, что Христу въезжать в Иерусалим некуда садиться. Сколько вы прошли? Все, что сатана изблевал, по всем этим помойкам он потащил вас. Я расскажу о себе. С детства я родился в семье, где знали, что есть Бог, живой Бог, которому можно молиться, и который за тобой наблюдает. Но слово Евангелия, Библии я даже не слыхал. Я видел несправедливость советской власти. Отец фронтовик, без руки, вот так у него руки не было, под плечо. Нас в семье 10 ребятишек. 10. 5 сыновей, 5 дочерей. И когда пасли, отец показывал, вот ямки, это жил такой-то Редькин, вот это Кубасов, сколько у них лошадей было, и как пришли вот эти вот Кондины, там Шаврины, беднота, и как они грабили эти оголдыши. Отец называет, он был памятливый, память была феноменальнейшая у отца. А я сзади сидел, а он контужен был, ничего не слышал, говорит, а я сижу и плачу, и у меня мысль была, вырасту, я им отомщу, этим людям, коммунистам. Я поставил себе задачу быть террористом. И я сделал все для этого. Я тренировался, непрерывно отжимался, нырял, ножи кидать. У меня ружья, везде патроны. Я на велосипеде, на лошади скачу на полном ходу. То есть я готовился быть террористом. Я обязательно был бы у Джохара Дудаева. Но в армии я посмотрел фильм «Отверженный» Виктора Гюго. И услышал слово Евангелия из этой книги «Отверженное». И стал искать. После армии я встретился с людьми, у которых есть Библия. Это произошло 27 сентября 1962 года. Мне было 23 года. Но там много разных сектантов. Город Венспас, Латвия. И у меня первая была мысль. Вот заметьте, как до этого я жил, как все, я не пил, ну, выпил там раз в год. Там не курил, ни одного матерка не сказал. Женщин не знал вообще. Я знал, что это грех. Только поэтому, а не потому, что я там импотент какой-то. Ну, служил в морфлоте. В ракетных частях, это о чем-то говорит. Доверенный у власти, сын пролетариата. Да. Меня везде проталкивают. Но у меня была уже цель уйти за границу. Мне легко давались языки. Я самостоятельно в армии выучил английский, немецкий, французский. Занимаясь испанским, греческим. Приехал в Латвию уже не полных 3 месяца, я по-латышски разговариваю. А в школе вообще языка не было. Это Бог сделал. Но Бог видел мое желание. Вы напрасно трогаете, она хорошая у вас, нормально стоит. Я подумал, сектантов много, Библия одна. Почему по-разному понимают? И у меня центральным стихом стало Евангелие от Матфея, 28 глава. «И сея с вами во все дни до скончания века». Ну что, Христос, Бог и Иегова, меня ничего это не касается. Это я потом дойду. Мне главное спасти душу. А если я сегодня умру, а в это время я учился в высшем мореходном училище, добился разрешения... Подожди маленько. Это... Хорошо. Так, говори. Миром. Так, кто звонит-то? Апостол Павел. Это Павел. Так, и у нас прости ради Христа. Все в порядке? Так, ну все, отошел тогда. Вас прощаем, и вы нас простите. Давай, вопрос. Но... Вы сами подумайте, в пост нарушение никому не дается. Никому. Вот, пусть потом умрет. Если, говорит, заповедь Божия умрет, пусть умрет. Один ответ. Поверьте, сегодня батюшка говорил Иоанну Кронштадтскому, тоже говорили, умрешь, гемоглобин, там что-то. Он говорит, матери позвони. А мать ему сказала, нет тебе на это благословения. Благословение на то, чтобы посты не нарушать православное. Иоанн Кронштадтский выздоровел.
Я неоднократно был в больнице, и когда во время поста делали операцию, мне говорили, нельзя по-другому, только молочно. Я отказывался и говорил, тут 5 дней я проживу в посте. И все равно они находились, чем-то кормили. Не верь этому, отошел. Ну. А зачем тебе, если ты путешествующего принял или сам путешествующий? Больше никакой причины нету. Тогда можно в воскресенье в бане помыться, а так нет никакой нужды. Отошел. С Богом, с Богом. Вот понимаешь, с разными вопросами тоже приходят. И я понял, мне надо найти, да, где истина. А там разные баптисты, адвентисты, иеговисты. Я-то никого не знаю, я молодой. Только что уверовал. Господь сказал, я с вами во все дни. То есть понедельник, вторник, среда. 2000 лет в каждом годе, в каждом дне. Но где? Что со всеми он? Это я не сомневаюсь. Бог сказал, Христос. Но где? И я понял. На столе лежала клеенка клеточками. Я помысленно сразу вообразил. Каждая вот эта вот ячейка – это год. Я буду искать. Вот в этом году столько-то. Я быстренько в течение одного нашел. В 1913 году было 130 сект христианских. А в 1930 уже 300. Я понял, надо пятиться, найти толкование, которое было вначале. Я сделал это в течение одного дня. Дальше я попутно начинаю работать. Я сдвигаюсь, наконец, дохожу до момента, вот даже две церкви. И непонятно, с какой он, но что с ней, это определенно. Мне надо найти, где он был, и обязательно там божественное. Я нахожу, когда церковь была одна. И вот теперь это толкование надо, это Игнатий Богоносец. Вот теперь я нахожу Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов. Это всего немного, это 300 томов. 300! Не 3, а 300 томов. Все я не прочитал по сегодняшний день. Но главное взял 12 томов Златоуста, Блаженного Пепелакта. Я это все конспектирую. У меня просто напор такой был. В это время я себя во всем ограничивал. Работаю на корабле, учусь в мореходном училище. Добился разрешения 3 курса сдать за год по выбору комиссии на любом иностранном языке с выходом за границу. Но Бог видел все это, что мне это ничего не надо. Это все у меня было сделано в течение нескольких месяцев. Попутно занялся изучением буддизма, кришнаитов, даоцизма, мусульманства, все, что только можно было достать. Я понял, истины нет, потому что я грешник, и я погиб. И вот я нашел, когда это толкование, это в город Клайпеда, куда наш корабль пошел на ремонт. И я там нашел у старообрядцев, у них эта книга была. Потом я найду еще дальше, потом сам издам в лучшем варианте, вот который у меня 3-томник. Все! Закончился мой поиск. И теперь вся моя сила идет на то, чтобы людям засвидетельствовать о Христе. И я нахожусь в православной вере. И то, что вы говорите, я тоже памятью... Дай мне забыть, Господи. Я там не был, мне не надо. Хотя бы он каждый день бегал 1000 часов, этот человек. 73 года, он умрет. Умрет. У нас в деревне была одна кандидат медицинских наук, Вера Федоровна Золотова. Она говорит, я занимаюсь гимнастикой, вот мне 60 лет. Все, здоровье отлично. Но от чего-то же я умру. Профессор, академик Круглов, старейший в мире хирург, 103 года, все равно умер. Мафусаил жил 969, предельная норма, но и он умер, и я умру. И мне надо приготовиться на встречу с моим Господом. Сейчас в интернете выставлено, как мусульмане казнят христиан-мучеников, голову отрезают. Мусульмане, да, они сунниты. Шиитов и всех, и христианских проповедников на берегу, все это видео показано. 21 копт, это копты у них, рукоположение есть, настоящая церковь. И мы сегодня уже говорили, они их молились, это наши друзья, братья-мученики на небо пошли. Все, мой поиск закончился. И вот 53 года я несу благую весть людям, всем, сектантам, мусульманам, буддистам, с кем бы я ни встретился. И вам говорю это. Все, что говорил мне, больше не загружай меня. Все равно я этого ничего не слушаю. То есть я слышу, а для меня это не надо. Я просто сижу и жалею, думаю, какой ты бедный. Куда тебя враг затащил? Как тебе помочь? Я могу сказать, как Павел, подражайте мне, как я Христу. На нашем сайте, на нашем ютубе все есть. Мои книги там выставлены. Бери. Нет, бери Златоуста и прочее. Относительно старообрядцев говорил. Старообрядцы, это правильно, это то, что князь принял. Это только уже 989 год. Уже 9 веков веру портили. Они приняли не евангельскую веру, а ту, которую, да, нашли в то время. И они не понимали, что с Евангелием это не сходится. И Никон, когда делал реформу, они делали, брали за оригинал то, что князь Владимир принес. А князь Владимир-то принес уже 100 раз перекрученное и переверченное. Нам нужно смотреть в Святую Библию, да,
И что нам сказал Господь Бог? Ветхий Завет весь указывает на Новый Завет. Бог Иегова посылает Сына Иисуса Христа. Только сатана может придумать, что Иегова это другими именами называть. Это его имя, с которым он открылся, сущий, всегда пребывающий. И к этой теме больше не возвращайся, Алим. Мы один раз говорим, я вас не убеждаю, я свидетельствую. И для меня этого вполне достаточно, что ты меня выслушал. На этом все. Я верю во Христа, по святым отцам, и соблюдать каноны церковные, как написано. На всем стою и не могу иначе. Говори. А вот получается, по вашему сейчас последних словах я понял ответ. Иегова, да, не Яхве, не Саваоф, а Иегова, да, его зовут? У него 500 имен. 500 имен у Бога в Ветхом Завете. Он называется, да, в Ветхом Завете, ага. Саваоф, Иегова произносится в оригинале как Яхве, Ягве. Это одно и то же. Это одно и то же. В транскрипции сюда, да. Вот говорится там, Томас Мор, Томас. У нас нету Томаса, у нас есть Фома. А буква Т и Ф в английском языке альвеолный звук Ф. И прикушенный язык и произносить. Это одно и то же. Понимаете? А Томас это Фома и понимаю. Есть. Самый, ну, просто надо понимать. Потому что ассимиляция звука идет. Угу. Говорят, Раша. А что? Записано понятно. Россия, Русия. А у них эта буква делается да. В А, это две вместе Ш, Раша. А сейчас Параша. То есть что угодно играет, как малые дети. На валенке сумасшедшем да, да, женились. Да. Так нельзя. Это ассимиляция звука идет. Вот, допустим, Джон. У нас Иоанн. У латышей Янис. То есть это одно и да, то же да. Имя. Вот у нас послание Якова. А здесь написано Джеймс. В английском Джеймс. Джекоб на других языках, но это одно и то же имя. Получается, Иосиф это Джозеф. А по-русскому это... как это понимать? Как что по-русски? Иегова как? А по-русскому, да, да, отца имя по-русскому, как мы понимаем? Вот про мы понимаем староверы, как говорят. Сущий, сущий, существующий всегда. Он переводится словом сущий. Аз есть Иегова, в скобках сущий. Вот так и переводится. Вот твое имя, оно имеет перевод. У меня Игнатий. Понятно. Игнатий это греческий. Игнатиос. Переводится неизвестный. Но мое имя переводится из латинского. Угу. Это редкий случай. Называется огненный. Серафим. Угу, я понятно. Должен соответствовать этому названию. Понятненько. Так что, если бы вы прислушались ко мне, я сказал, ну все вот. Остальное из головы сотри. Мы в конце помолимся и попросим Господа быть истинно православным христианином. Истинно православным. Ничего больше не ищи. Ты много потерял время, много потерпел. Видно, сколько ты пережил, бедный. Тебя можно только пожалеть. Ну вот если православный будешь, допустим, понятно. Так, бороду не трогай. Я вот маленький вопросик тебе задам. Почему у тебя воротник расстегнутый? Хорошо. Зачем? А воротник у тебя расстегнутый, зачем? Вот это? Да. Объясни, чем. А он душит? А? Душит меня. Одну пункту. Нет, одну это не пуговицу, душит, не душит. Одну пуговицу я не застегиваю. А ты застегни, попробуй. Ну-ка, покажи. Душит он. Попробуй, застегни. Попробуй, застегни, я посмотрю, как получится. Посмотри, как у меня. А зачем? А, ну, застегни, а что это? А что дает? Еврей послушание. Застегни. Так, ты в армии служил? Ага. В армии служил? Служил. Вот, запай, там не спрашивают, расстегнутая да, да. Пуговка, тебя на ухтвахте сгоноят. У нас один был, а зачем я ему наряд дали вне очереди? А он опять расстегнул. Ну, сказали старшине, ему три наряда вне очереди. Он не буду. Сказали командиру, 12 суток, а я не буду. Его начали бить, отдали по трибунал. Война отступает под Москвой уже, Гитлер-то. Но до единой пуговки у всех застегнуты. Почему это собранность? Это масонский знак. Расхлюстанность или галстук. Даже у Жириновского он или в галстуке, или расстегнутый. А мы даже без галстука быть и застегнутые. Мы объявляем им, что я собранный, я внимательный. У русских не может быть, какие попало смешки. Мы все время на стороже. Нас везде подлавливает власть. Мы серьезные, ожидаем подвоха с каждой стороны. Вокруг секты смеются. И оно сильно идет, да. Да. Ты совсем по-другому выглядишь. Страшно. Ты, страшно. Ко мне, когда случится тебе выходить, всегда будь застегнутый. Я не могу уважать человека хорошо. Расхлюпанного. Мы с тобой одинаковые. Хорошо. Я ничего не выдумываю. Я говорю, вся армия, 10 миллионов россиян были застегнутыми пуговками. Что нам брать еще? И победителями оказались. Дисциплина. Да, да, точно. Да. Я говорю, вот на сегодняшний день, это Игнатий,
Я смотрю в медицину. У нас Малышева, знаете, по телевизору Малышева выступает, если смотрите. Я вообще не смотрю сейчас телевизор. Я его считаю сатанинский ящик. У нас как-то в деревне говорилось, на углу будет сидеть черт, и все новости говорить будут. Это мусульман так говорилось. Какую-то книгу они читали старую. А оказалось, эта книга, переведенная Иоанна Богослова на татарский язык, на мусульманский. И там говорилось об этом. И моя бабушка ее не любила, этот телевизор. Говорит, ох, черт сидит. Вот все новости говорит. Летающие железные металлические птицы летают. Скоро конец света будет, говорил. Вот это оно идет. И вот что я хочу сказать. Самое главное, что на сегодняшний день у нас вся телевидение забито евреями, грубо говоря. Это ересью, которой все занимаются. Они все понимают о том, что истина рядом, но не хотят идти. А почему такой 99%, Игнатий, все бесноватые? Они неужели все поклоняются сатане так близко и прямо его ожидают? Или это безумие какое-то? Они прямо вот за ГМО Малышева показывают, что показывают уже как пиписка, с пипиской должны контактировать. Понимаете, по телевизору это уже происходит. Я просто удивляюсь просто, как она это объясняет, какие прививки делаете, делаете болезни, вводите в себя болезни, эти прививки, вирусы всякие. И вот, а я вирус не получал никогда с детства, я в Ташкенте на арбузах, на грецких орехах вырос. Вот, а когда сюда приехал, мне от туберкулеза сделали прививку, потом от гриппа сделали, и больше я не принимал, я отказался. Две штуки. После этого я заметил, что я стал физически слабее. Да. Вот о чем. А Малышева по телевизору прямо сидят там три еврея, и она еврейка, скорее всего. И прямо все молодежи, которые... А молодежь это кто? Дитя же глупа. А им они закодировали. Делайте прививки, матки лечите. Прививки делайте, всякие блокады делайте, уколы, уколы, да уколы. Я, получается, если это я получил бы в свое время столько уколов, я бы сейчас с вами не сидел бы. Вот, Игнатий. И получается, настолько сила бесноватая, что он всю планету, правительство, все правительства, начиная от американских правительств, европейских и наших, и буддийцы уже вписались, и все остальные. И неужели, как я только, знаете, что молюсь, быстрее бы Господь тогда пришел бы и все бы восстановил бы. Вот сейчас я в последнее время только об этом и молюсь. Быстрее бы он пришел бы. Быстрее бы. Уже чипы до 17 года продлили, чипы не вводят. А с 18 ювенальная полиция вводится. Что теперь, оказывается, нужно будет документ иметь такой, чтобы разрешать рожать детей. Вот. И, в общем, получается, контролировать будут наших отроков, наших детей. Они будут контролировать каждый его шаг, каждый движение, каждый его помысел. А потом наука дошла до того, что хотят внедрить чип в мозг. И мне такой вот к вам вопрос как раз. Есть такие слова. Вот мне это прям вот не дает покоя. Вот откровение, и сказаны такие слова, что... Придет время такое, когда человек захочет умереть, сейчас дословно не помню, и смерть убежит. Это, кажется, 9 глава Откровения, 6 стих. И люди захотят умереть, но они не умрут. А получается, что они бессмертные будут? Эти чипами, когда начнут умирать, им дадут какой-то код, и они опять оживут. Еще там как-то один старец сказал. И вот машины, два поезда ударятся друг об друга, говорит. И все погибнет, и металл разломается. А человек потом, говорит, восстановится, встанет и пойдет. И он захочет умереть, сбросится с моста, а он не умрет. Вот и наука на сегодняшний день достигла такого уровня, что уже эти чипы внедряются тихо-тихо, но пока у нас в России затянулось. И не только чипы, сейчас говорят, и еще круче дошли до уровень. И вот это страх у меня. Как вы на это ну, скажете? Давайте посмотрим взгляд сейчас. Ваш. Слушайте внимательно. Открываем 9 глава Откровения, как вы говорите. И сказано было ей саранче, ага, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. То есть это речь идет о неверующих.
А верующих здесь нет. Никаких поездах, столкновениях нет. Это выдумка. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди, вот которых говорится впереди, которые не имеют Божьей печати, люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Это говорится о неверующих. А вы как понимаете печать? А как вы понимаете печать? Оно же могут и не спрашивать. Нет, мы сейчас зависимы, продуктовый магазин идет. Так, подожди, ты меня напрасно перебиваешь. Если ты еще раз перебьешь, я дальше не буду продолжать говорить, потому что я не спорю. И мне не надо напрягаться, я легко беседую. Значит, печать ни одному не поставит насильно. Я уже об этом говорил. Это добровольное отречение от Иисуса Христа. И это запечатлевается особой печатью, знаком. Это истолковал Андрей Кесарик Каппадокийский, архиепископ, 4 век. Это говорит Ефрем Сирин. Это говорит Кирилл Иерусалимский. Нам зачем придумывать-то ереси заниматься? То есть добровольно человек приходит и говорит, вот этот еврей, который сидит в Иерусалиме, в храме, это Бог настоящий, выдавая себя за Бога. И можно ему только молиться, никому другому, как при Данииле было. И вот здесь говорится, в те дни, вот когда это будет мучение, люди будут искать смерти. Смерти будут искать люди, которые будут томиться. И об этом говорит Ефрем Сирин так. Это будет такая страшная жизнь. Вот ночью такие привидения будут, мучения, люди будут только стонать. Когда утро придет? Ой, скорее бы утро пришло, наступит день. Такие ужасы, там взяли, там арестовали, там пытают, там режут. Господи, да скорее бы ночь-то хоть где-то спрятаться. Ни дня, ни ночи не рады будут. И пожелают умереть, завидовать мертвым будет, но смерть убежит от них. То есть эти люди оставлены на мучение. И когда сегодня приговоренные к пожизненному заключению, они просят смерти. Лучше расстреляйте, чем мне сидеть. Я уже 25 лет сижу, я не рад жизни. И пишет заявление одно за другим, расстреляйте. Для них жизнь хуже смерти. Вот это состояние тут и описывается. Это для грешников. Я смерти не просил, когда сидел в камере в одиночестве. А только благодарил Бога. Я молюсь. Я один, один, никого нету. Я пою аллилуйя Богу день и ночь. Вот как. Вот все в этом сказано. Вот теперь понимаю. А вот теперь смотри. Ты сказал, я только об одном молюсь, чтобы вот это. Слушай, что внимательно. Ты говорил это не просто так. А говорил так, как Господь повелевает. Читаем. Откровение, 22 глава. Слушай. 22 глава. 16 стиха вниз. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят, приди. То есть, Господи, приди, мы уж замучились. И слышащий, то есть Алим, да скажет, приди. Да. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Вот это поезда столкнутся, это приложено, бойтесь язв Божии. А если кто отнимет что от слов книги пророчества сей, у того отнимет Бог участие в книге жизни. И в этом Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий это, вот это, Иоанн Богослов говорит, «Ей, гряду скоро! Аминь!» Это Господь говорит, «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Вот и все. То есть мы об этом молимся, да придет Царствие Твое. Царствие Твое – это Отче наш, молитва. То есть мы ждем, когда Господь придет. А перед Ним 3,5 года будет Антихрист. Мы Антихриста не ждем, но мы знаем, что Он будет. Его не надо бояться. Верующие будут побеждать. И вот эти мусульмане, когда режут... Да, я его не... Они христиан возвели на небо. Они уже на небе. Они продолжают здесь все... Режут их. Одни у Средиземного моря, все еще завязаны одни глаза. То есть они трясутся. Они трусы презренные. Они хуже язычников, которые их колят-то. Да, а этих, которых точно. Закололи, они там режут, показано прям... Да я... Вот. Это святые герои веры. Молите Бога о нас. Вот и все. Слушаю дальше. И вот, я как раз, получается, что я не просто говорю, оказывается, из Библии вы нашли слова, что я прошу прийти ему. Я тебе это и говорил. Да, и вот я еще один, оказывается, не попросту я призываю прийти, теперь понимаю, от боли, уже понимаю, что...
Да. И вот 20 глава Откровения, 4 стих, читаю. «И увидел и просторы, и Престолы. сидящие». А? Престолы, престолы, А, это престолы, кресло, кресло сиденья. да. Да. И сидящие на них, и которым дана была сидеть, Судить, запятая, судить. и души, Судить, не ага, сидеть, а судить. судить, да. Да. И души обезглавленных засвидетельствовать Иисуса за Слово Божье, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою, они ожили. Это получается, те, кто помрет, будет потом царствовать с Господом Богом 1000 лет только всего лишь. И Нет, потом дальше это читать. другое. Они Так, это вопрос ожили один. и царствовали со Алим, Христом. вопрос заданный. Теперь Что... слушай ответ. Дальше не надо, потом продолжишь. Вот. Молчу. Это означает, что они Хорошо. попадают в число спасенных, ожили, то есть они духом живы, а не телом. Телом они воскреснут в последний день и воскреснут навсегда. Когда Христос придет, затрубят архангельские трубы, земля всколеблется, и воскреснут праведные навеки. А это царство 1000 лет, это означает время евангельской проповеди. Они живые, те, которые обезглавлены. Они со Христом. Это Понятно. духовно, потому что... Получается, когда Господь... понял. И это получается, он сюда на землю спустится, Ответ в он здесь пятом не стихе. останется, получается, В Господь. пятом стихе написано, это первое воскресенье. Это первое воскресенье, пятый стих. Это первое воскресенье. Но раз первое В воскресенье, этой... нас должно интересовать, а где первая смерть? Первая смерть была в раю. Господь Да. сказал, в день, в который вкусишь смерти, умрешь. В Адаме все умирают, а во Христе все А, живут. Это означает, кто поверил во Христа, он духовно воскрес. Это первое воскресенье. Ты веришь во Христа, что Он умер за тебя. Вот ты воскрес, это первое воскресение, и ты с Ним царствуешь на земле. Никакой грех сатана к тебе не может претензии иметь. Ты искуплен Христом. А что тела, тела, вот эти руки, ноги, они воскреснут одновременно все в судный день, когда Христос придет. Потому что оставьте России вместе плевелы и пшеницу до жатвы. Жатва кончина века. Понятненько. А вот сектанты, это называют учение хилиазм, верят в тысячелетнее царство на земле, никакого не будет. Христос о нем не учил. Эта книга духовная, и она духовно должна и пониматься. Они не понимают Понятно. совсем ничего. Сектантов можно определить, поэтому вот они иконы называют идолами, не имеют истинного рукоположения и верят в тысячелетнее царство на земле. Все, это уже сектант закоренелый. Получается, что, Игнатий, мы будем царствовать уже не на земле, в Царстве На Божьем, да, земле, на например, люди земле. Первое спасенные. воскресенье на земле. Получается. На земле. Да придет Значит, царствие твое. Мы царствуем над грехом. Меня а пятка не потом... тянет. От меня все ушло. Меня сектанты не прикасаются. Они боятся, как огня меня. Почему? Я верю в Бога. Я царствую на земле. Меня не прельщает никакой грех, ни женщина, ничто. Я со Христом. И такие, как я, верующий, 1000 лет. 1000 лет – это время евангельской проповеди, которая уже занимает 2000 лет. Тысяча – это не означает тысяча, это означает много. Падут подле тебя тысячи, и 10 тысяч одесную тебя. Много. Много. Вот и все. Это единственное верное толкование. Все остальное противоречит одно другому. Запомни, что грешники и праведники на земле будут жить одновременно, ничего не меняя, до пришествия Христа. Христос говорит, оставьте расти вместе до жатвы. До жатвы. А сектанты сначала 1000 лет вперед вырывают пшеницу по толкованию. А Писание говорит, вначале соберите прежде плевелы. То есть у них все на выворот идет. В конце мира Христос скажет, соберите прежде плевелы, свяжите связки и бросьте в огонь вечный. И тогда праведники пшеница воссияют в царстве Отца своего. Последний теперь. Там пишется, сейчас дословно не помню, о том, что сатану после этого Господь заточит на подземелье в серу,
После этого он его отпустит. И нет. После этого он начнет еще святых тормозить. Нет, неправильно понял? Неправильно. 3,5 года будет связан. Вот 3,5, до 3,5 лет. Вот он сейчас связан, на 1000 лет. Вот, связан означает лишен силы. Нет, нет, потом уже... Нет, ты выслушай внимательно, а то у тебя уже не та мысль. Это мы считаем Евангелие от Матфея. Господь говорит, вот как кто может сильный расхитить вещи, если прежде не свяжет его? Христос сходил в преисподнюю, он его связал. Связал, значит, лишил силы. А где это известно? Евреям 2 глава 14 стих. И как дети, то есть мы причастны плоти и крови, то и он, Иисус, воспринял он и через Деву Марию, дабы смертью своей лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола. Смертью и смерть попрал. Такого не бывает. Но тут именно так. Смертью он попрал. И сатана был связан на Голгофе на 1000 лет, на время евангельской проповеди. Он сразил его смертью своей. А раз он лишен силы, он уже не царствует. Он сатана, как собака или лев, привязанный на цепи. Ты к нему подойдешь, он тебя тогда подхватит. А ты не подходи, перекрести и проходи мимо. Это время евангельской проповеди. Понятно. А мы царствуем над грехом. Теперь я понял. Вот так, только так. Другого теперь нет толкования. Теперь понимаю, как это. Это единственное толкование. Всегда вот именно, а толкуй. Все заблуждаются. Да, да, да. Да, вот об этом, да, разговор идет. И еще хотел один вопрос, если не трудно вам. Почему у нас всего лишь 4 Евангелия? Где остальные? Слушай, не куда их католики попрятали? Все, отвечаю. Ага. Значит, мысли свои, которые у тебя есть о католиках другой, выскобли их. Католики будут называться в 1054 году. Это уже второе тысячелетие пойдет. А Евангелия были отобраны в 1 веке. Их было примерно 20. Примерно 20. Евангелие от Фомы, Евангелие евреев, Евангелие Басилиска. Да, да. Вот так. Никто не знал, какие правильные это. Где они? Существует предание. Их положили на престол в алтаре. Помолились, храм заперли, печать. Утром пришли, все валяются на полу, а 4 лежат. Все остальные сожгли, эти остались. Остались только 4. И теперь объясню, почему. 4 стороны света, которые охватывает Евангелие. Профессор Марсенковский Владимир Филимонович говорит, что если бы это было и не так, предание сохранилось, то сознание наше на своем престоле оставило бы именно эти. Потому что в тех Евангелиях написано то, что не сходится с жизнью Христа. Выдуманное. Искаженное. Искаженное. Допустим, Евангелие, там, Валентина, или где-то пишут, что Иуда был друг Христа, и они маленькие, когда были, играли, делали маленьких голубей. Ну, у Христа-то лучше получались-то. И он тогда соскакивал, давай топтать их. А Господь эти глиняные голубей бросал, они махали крылышками и садились на окнах. Этого не может быть, потому что написано, в Кане Галилейской он положил начало чудес. Не могло быть раньше. В Кане Галилейской, когда воду превратил в вино. Угу. Понятненько. Вот оно как оказывается, да? Да, все решается просто, когда ты православный. Мы православные, у нас сокровище, все. Правильное толкование такое, которое не противоречит ни одному месту Святой Библии. Православное толкование так составлено и открыто, что оно ни одному месту не противоречит. А у сектантов одно другому противоречит. Как раньше может быть тысячелетнее царство, когда... Те и другие должны до суда Божия быть. Одно воскресенье, одно. Это духовное воскресенье. Они безрассудные совершенно сектанты. Духовно больные. Ну, и еще для полного комплекта помучаю уж вас последний раз, последним вопросом. А почему в ветхозаветной гневы больше, а в Евангелии его нету? Гнев Божий. Есть гнев Божий. Он там, отношения. Есть. Да, есть. Да. Потому что в Ветхом Завете человек еще был плотской. А ребенок бывает грубый, поэтому Господь, это сказать, родители часто ремнем его порят. Еврейский народ был груб. Ага, понял. Он плохо слышал голос Божий, Бог порол его, порол то в плен его, то как. Христиане бывают грубые, поэтому тот Майдан, который на Украине, он перейдет в Россию. Сегодня все говорят. Люди не верят. Церковники что попало творят. Каноны топчут. И будет разделение России, может быть. И это будет ужас, что тут будет, когда весь мир кинется на нее. По частям растащут. Ну, а правители могут поднять атомный щит.
Ну тогда сожгут ее и все, блудницу эту великую. Говорят, Святая Русь никогда она не была вот святая. Я тоже об этом... Это обман. Святой Русь никогда не была, она была грешна, не знающая Евангелия. Так, ну все, давай расставаться. Я и... говорю... Запомни да. пока. Ну поч... думал... еще это, почему... Так. Никогда... Почему евреи не хотят ни в какую понять? Так, теперь слово евреи. Евреи, можем... говорю, ни в какую не хотят. Чтобы об евреях... Да, не сказал. Хотят понять этого. Да. Надо понимать так, как понимает православная церковь, святые отцы. А она понимает так, как толковал Златоус Василий Великий. Нам от этого нельзя отступать, иначе мы будем еретиками-отступниками. Так, я тебе разрешаю точно так же в воскресенье, через две недели, в это же самое время. Если ты будешь противоречить, я один раз говорю, второй раз я не буду повторять уже. Я тебе открыл истину полную. Хорошо. Я к ней десятилетиями шел. Я хорошо, у меня еще есть... Я перелопатил тонны, тонны литературы. Я тебе даю готовое сразу. Хорошо. Спасибо. Слава Иисусу. Давай, выключай слава. Пока. Во славу Божию. Вот. И ко мне заходи спасибо. Только застегнутый. Хорошо. С Богом. Давай, выключай.